Продолжаем нашу программу. Снегопад, обрушившийся на Москву и область, называют снегопадом столетия. Пришла настоящая зима. Как красиво, говорят одни. Не пройти, не проехать, возмущаются другие. Социальные сети полны гневных комментариев и недовольства, что пришлось взять в руки лопату, чтобы расчистить подход к своему подъезду. А между тем, более 200 дворников вышли на расчистку дворов. ДУ-5, например, невзирая на должности, вышел всем коллективом во главе с руководителем. Наши 109 километров дорог расчищает техника. В первую очередь расчищают центральные трассы, по которым осуществляется движение общественного транспорта. Успевают не везде и не сразу. Только за выходные выпало 116% месячной нормы осадков. В утренние и вечерние часы и без того проблемные для водителей образуются еще большие затруднения в движении транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает, что на заснеженной дороге необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, выполнять предписания дорожных знаков, выбирать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами, избегать резких маневров, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций.